Приветствую всех, всем здравствуйте. Коротенькие новости, такой воложек с работы, рабочие будни. Я работаю, сегодня 11 мая, вот такая у нас здесь весна, Москва. Травка зелененькая, молоденькая, шли дожди, и вот сегодня градусов под 20, наверное, очень тепло, даже жарко. Наверное, за 20. Всем приветы. Вот, немного новостей. Сейчас иду на ЦТП, там продолжим. Так, а это кто у нас здесь такой? Кто это у нас здесь такой? Сыночка. Да, ну что, пойдем. А еще раз всем приветы. Продолжение. Сегодня же 11 мая. Хотел там побольше поснимать, ну, думаю, не буду. Просто коротенькие новости. Видели нашего кота, побаливает сейчас. То есть получше сейчас, но все равно еще болеет. После отравы и после того, как его машина сбила. Но сейчас хотя бы гулять ходит. Вот, так что с котом пока, слава богу. Вот день сегодня. Какой сегодня был прекрасный день в Москве. Блин, за городом, небось, все никто на дачах. Загорели, небось, все сгорели после зимы. Радость после всех этих посиделок двухмесячных, блин, это вообще. Вот, ну, это то, кто сейчас на природе. Вот, а так за сегодня, прямо за эти дни, буквально прям сразу все зазеленело, раскрылось, заблагоухало. Вот, такая красота. День просто за 20 градусов сегодня. Мы там с одним малым, там на скамеечке сели, пару часов посидели на солнышке. Блин, вообще так хорошо. Вот так по солнцу соскучились, по теплу. Вот, вот что касается новостей, я со смены. Завтра у нас начальство вроде должно приехать, решать, что и как дальше быть. Потому что с завтрашнего дня уже открывается строительство, то есть там строительные объекты, какие-то предприятия, заводы. Ну, я не знаю, при чем здесь завод, по-моему, завода у нас вообще уже нет. Вот, то есть и все, наверное, с этим связано. Вот, что-то там еще, в общем, в Тульской области вроде как уже отменяют, посчитай наполовину там послабление, то есть, ну, пора уже, народ обозлен уже, да нет, нищета. И это все вообще уже довело, как дальше люди будут. И вот проблем много, очень много. Вот. Тут вот на носу сейчас сезон отпусков, сезон отдыха. А вот она новость сегодня на Яндексе. Пишет один чиновник из Крыма, насколько я понимаю, или с министерства. Думаем, что сезон отдыха, что касается Крыма, накроется медным тазом. Ну, это, естественно, касается и Кавказа. Вот. Да, нежелательно. Хотя все это можно, конечно, было организовать и сделать. Вот. Но, видно, да, ну, представьте себе тоже, да, и с билетами, и со всей остальной хренью, каково сейчас людям просто. Отпуска же не просто так дают. Вот сейчас все выйдут на работу, и что? Людям скажут, идите дальше, да, в отпуск гуляйте. А у кого сейчас отпуск попал, вот на май, а они его дома просидят? Много-много вопросов. А потом, не оплачено все это? В большинстве нет. Вот. И так далее, с билетами. Да и вообще, ехать и надо тоже с деньгами, и ворачиваться. Вот много, очень много вопросов. И что касается завтрашнего дня, у нас здесь завтрашнего дня строго в транспорте и в магазинах, и вообще везде, где в помещениях, там в масках и перчатках. Мало того, блин, что я говорю, их начали в автоматах в метро продавать. Да-да. Да, продают автоматы. В метро, правда, я месяц уже где-то не был, и приходится добираться там другими транспортами и другим маршрутом.
Вот, ну, в общем, думаю, что все-таки до конца мая не дотянутся. А этих обещаний, ну, представляете, все это, конечно, все это трудно и тяжело, и неприятно, и кто бы мог подумать, да? Вот, а возможно, это только и начало, как говорят многие, или будет продолжение. Посмотрим, посмотрим. Вот, ну вот, собственно, такие вот новости в планах. Ну вот сегодня день шикарный, да, просто прекраснейший день. Насчет рыбалочки я вот думаю сходить на пруд, посмотреть. Сейчас карась уже должен проснуться, и уже сейчас клев во все. Вот, если пойду, то, конечно, поснимаю там. Вот, у меня там андатры живут, надо посмотреть, как они там в этом году. Давно там не был. И, может быть, если получится, неплохо было бы на пару дней на быковочку к себе туда на место сходить. Просто посидеть у костерка. Вот, отдохнуть, поспать в лесу, просто побыть, посидеть у костерка. Вот это очень хорошо помогает, очищает, расслабляет, дает сил. Вот, и оттуда ворачиваюсь уже другим человеком. Вот иногда надо делать такие вот зарядки или разрядки, кому как. А кто на колесах, на машинах, вообще вообще не знаю, не проблема. Остановился где угодно, вышел, сидел там, можно костерочек аккуратненько подальше зашел, там или мангальчик там раскладной, просто часочек другой посидеть. Это замечательно. Вот, только не забывайте про клещей. Сейчас самая весна, самый пик. Вот. Надо за этим делом поглядывать. Вот. Ну, собственно, можно было, конечно, наболтать еще больше, но, наверное, не буду. Я там с кусочка составлю, а то пишу вот этот файл уже второй раз. Ну, вот, просто слишком долго получилось. Вот. А так, ну, что-то будет нового завтра. Может быть, поснимаем какие-то новости. Вот. Так что вам, мои друзья, все, кто смотрит мой канал, желаю доброго здоровья, всех благ, всем вашим родственникам, сил, надежды, любви. Конечно, без этого никуда, потому что любовь познаю, любовь и есть Бог, а Бог есть любовь. Так пусть Бог с любовью пребывает в ваших семьях, сердцах и вашей жизни. Всем пока, 11 мая 2020. Иди домой. Пошел на гулянку.